Возвращаясь вот к 16-серийной вот этой истории, у всех спрашиваю, почему у нас такое отношение, ну, даже не у нас, а у вас, я имею в виду цех ваш. У артистов. Да. Причем у отечественных, к сериалам, что это вот нечто второсортное, потому что вот тот же Тодоровский был в Америке в этом mm-hmm. году, приехал, рассказывал не мне, но я слышал интервью, что голливудские большие звезды, они очень любят сниматься на самом деле в сериалах, потому что это на самом деле все зависит не от того, как, а не что. Вот ваше отношение к этому. Ну, мое отношение, наверное, вполне себе даже голливудское, потому что мне тоже кажется, что зависит от того, в чем ты снимаешься. Ты можешь точно так же сняться. Какая разница между каким-нибудь, не будем говорить плохих слов, фуфловым телемувиком, да, и каким-нибудь фуфловым сериальчиком? Uh-huh. Разница абсолютно ноль. Или какая-нибудь низкопробная, да, там, картина даже полнометражная, но это может быть такой же второй, третий, пятый, десятый сорт, да, как и сериал. Точно так же, как сериалы есть очень приличные и просто хороший, качественный продукт по, не знаю, по сценарию, по тому, как это производилось, в каком режиме это снималось, по результату и так далее. Так же, как и кино. Поэтому зависит, мне кажется, только... В наше, наверное, время в нашей стране только от производства, от того, какое количество денег реально в этом вложили, какое количество реально денег в это вложили, насколько талантливый режиссер и продюсер за это взялись, да, ну там дальше уже оператор и так далее. Вот, поэтому все зависит. У меня нету такого, что нет, как же сериалы это фуфло, а вот кино это... Вы меня порадовали очень этим ответом. Почему? Послушайте, что... хорошо, окей, мы все знаем... Нет, правда, порадовали. Мы все знаем, что такое американские сериалы и как это офигительно круто. Mm-hmm. Мы все это знаем, мы все смотрим это в интернете или ночами, да, там по разным каналам. Мы все это видим и знаем, что там сериалы снимаются как кино, а иногда даже круче. Какое-нибудь, не знаю, «Черное зеркало», которое меня потрясло в... Да, в свое время, где там по 4 серии в каждом сезоне, это просто полноценные фильмы. Поэтому, конечно, в Америке круче сниматься в сериалах, но я понимаю, почему они это так любят, потому что нет никакой разницы. Просто твоя дистанция, как бы роли, дистанция роли, она длиннее. Вот и все. У нас, конечно, даже когда соглашаешься на хороший проект, есть большая вероятность, что где-нибудь в середине скажут, ой, деньги кончаются, скорее была выработка 2 минуты, сейчас у нас будет 6, 8, 10, 12, и давайте, и в итоге получится, ну, то, что получится. Есть такая вероятность. Но, к сожалению, это наша реальность, мы от нее никуда не денемся. У нас сейчас все кинопроизводство, в общем, примерно в такой ситуации. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.